Друзья, всем привет, меня зовут СПТ, вы на канале Не Спит. Сегодня у нас 3 июня, 3 часа ночи, наш ежедневный магазин. Ребят, будем зыркать, что нам сегодня будут закидывать. Надеюсь, новинку я дождусь в конце сезона, какую-нибудь замыкающую. Понятно. Замыкающие новинки мы не видим, но что мы видим? Мы видим Таллера за 800, два стиля. Основной, ребят, который был давным-давно и более-менее новый, который мне абсолютно не нравится, потому что первый был поприкольней, как по мне. Вами любимая добычица, да, у которой также два стиля. Здесь два стиля неплохие. Самый большой минус добычицы, ребят, то, что он есть у всех. И более того, никто не стесняется в ней бегать. Слишком ее много. Выглядит, как она меня полностью устраивает. Просто она дико сверх надоела. И я уже не могу на нее смотреть. Просто супер запарила. Вообще дико. Бэкпэк, мешок с монетами. Не особо, как по мне, прикольный, по той причине, что он довольно большой. Выглядит нормально, но он просто большой, мне не нравится, если он у меня даже не в избранном. Мне подарили, это чисто для коллекции. Дальше кирка, глаз-алмаз. За 500 кирку покупал сам, кирка нравится. Кирка хорошая, довольно большая. И бэкпэк тоже, еще один подаренный бэкпэк. Тоже не ношу, тоже довольно большой и не особо мне вкатывает он. Следующее, это у нас, интересно, бургер тоже? Да, 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 да. Да, это, ребята, слушай, как... я думал, вредная пища. Да, из это вредная пища. Короче, это у нас 10 сезон, да, выходило. Когда у нас была вся вот эта тематика второй вселенной, блин. Со стилями. У них есть стиль вот такой полукубический какой-то. Очень прикольно выглядит. Что помидор, что бургер во втором стиле выглядит неплохо. У помидора прикольная улыбка. Прикольная, но, блин, это все равно все еще помидор. И он, сам помидор, мне не очень нравится. Но вот с этой улыбкой, как светится, прикольно. Кирка такая себе. Лучше, чем стандартная его пиццерезка, но все равно такая себе. Бургер, как выглядит, мне нравится. Я вообще, в принципе, любил скин бургера. И этот скин я себе тоже докупил. Бэкпеки огромные и бесполезные. Что там, что тут. Скинчик. Такой битый бургер. И тут тоже светится прикольно. Кирка понравилась, кирку тоже сам покупал. Да, тоже больше нравится, чем обычная лопатка. Вот, скинчик классный. Что-то давненько его не было. Мгла. Что могу сказать по мгле? Скин в целом хороший. Если вы не играли в 4 сезоне, там не было у вас Омеги, все с ним нормуль. Стоит ли он 2000? По мне вполне. Вполне. Но у меня есть от за покупку джойстика вот такого, ребят. Я не знаю, еще дают или нет, но вот такой джойстик, когда покупаешь, есть светлый такой, такая же вариация, и мне она нравится больше. Плюс я играл в 4 сезоне, у меня есть Омега, и смысла в покупке этого скина я не вижу, тем более за 2к. То же самое, вот, то же самое, ровно все то же самое, абсолютно. Тоже прикольно, ребят, Мгла и Альфа. Тоже прикольно, мне, кстати, Альфа нравится больше, чем Мгла. Альфа мне нравится больше. И Дельт. Дельт убойный тоже. Дельт тоже хорошая. Глайдер такой. Но единственное, конечно, штука 200, мне кажется, сейчас уже нет. Скорее 800. Сейчас уже скорее 800 он должен стоить. Но выглядит неплохо. Что это было? А, просто нас приблизило. Правая сторона. Слушай, у меня сегодня почти ничего нет. Ля, прикольно. Ага, еще один скин, который вы любите, ребят. Это ремонтница тоже, которая, ну, чуть реже, чем добычицу, видно. Тоже очень часто я ее вижу и очень часто ее спрашивает. И все так же она мне не особо нравится из-за того, что я ее часто вижу. И, в принципе, она по мне хуже, чем добычица. И лучше уже взять добычицу, пускай их будет больше. Но хотя бы прикольная тактика. Мне не нравится обычный скин Recolor 9 сезон. Хотел сказать Recolor 1 сезона. У нас такой скин еще и в 9 сезоне выходил. Но это провал. И Сумеречный принц. Это 6 сезон. Этот скин классный. Сегодня, наверное, это
Наверное, один из лучших скинов. Если вы не играли, опять-таки, в шестом сезоне, это, наверное, лучший скин за сегодня. Я просто в шестом гонял, у меня есть деваха из этого сета, она поприкольнее. Ну и нет смысла покупать пацана в таком же. Но сегодня, наверное, вот этот скин лучше. Эмоции, уф. Эмоция, двигай бедрами. Это вам под добычицу, ребят. Чтобы вы сет добрали, собрали себе. И старая школа. Слушайте, я только, знаете, что-то только заметил. У него типа роботизирован. Шортами. Пояс. Я просто заметил пояс, думаю, а что он держит, если у него ноги роботизированные? А он держит типа шортики. Я понял, окей. И старая школа. Поехали, ребят, ваша любимая добычица в первом стиле, в самом вашем любимом. Почему-то второй стиль добавили, все равно бегают в этом, поэтому зыркайте. Вниз и вверх. Бэкпэк специально не одевал, потому что знаю, что с тем бэкпэком, который из магазина, никто юзать не будет. Поэтому зыркаем без. Вы по-любому будете, блин, подсолнух ждать. Вам хоть что делай, все равно добычица с подсолнухом. Кирка. И эмоции. Так, первое это у нас что? Двигай бедрами. Где там она? Б, В, Г, Д. Где-то здесь будет. Вот она. Теперь в самом конце у нас будет эмоция. Уф. И эмоция старая школа. Вот такой у нас сегодня магазин, ребят. Тег автор СПТ 083, как я и говорил, 3 числа, где-то там в обед появится розыгрыш 10 тысяч рублей, посвященный тегу автора, так что не забывайте, заходите в группу ВК и участвуйте в розыгрыше. Всем, кто указывает тег автор, ребят, огромное спасибо. Новости у меня еще не обновились, ребят. Жду вас на трансляцию в среду. В среду в первой половине трансляции погоняем Fortnite, во второй хочу в Sea of Thieves, в пираты, ребят, давненько не гоняли, так что забегайте. Всем спасибо за просмотр. Удачи и пока.